Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжаем проходить игрушку The Third Age Total War. Ну что, в этой серии я хочу напасть на Фарнгарн и попробовать его разгромить. Не знаю, получится ли у меня это или же нет. Давайте посмотрим. Так, можно кого-то нанять. Нет, нанять пока некого. Так, здесь тоже. Угу. Так, ну здесь мы, конечно, сами затащили. Южный Тарбат у нас еще есть. А, разбойнички, да, у нас тут деревня. Угу. Но мы пока сами туда не пойдем. Мы туда сами не пойдем. Потому что, ну его нахрен. Это пока, мне кажется, опасненько. Чириус у нас продолжает двигаться в этом направлении. И мы с вами продолжаем. Конец фазы. Так, что у нас там? А, опять итоги, да, всякие отчеты. Хорошо. Переобучение. Снаголучники. Снаголучники? А где? Опачки! Армия Рохана. Командир Херувины. Чё он ты задумал? Ты чё задумал, мужик? Какого хрена тебе надо? Так, давайте я, наверное, отступлю. Углуком. Назад. Назад пойдем на базу. В столицу двинемся. Потому что там, я так чувствую, намечается битва. Довольно-таки неприятная и опасная на самом-то деле. Нужно защищать Изенгард. Поэтому двинемся обратно. Ну а Саруман у нас двигается в деревушку. Фарнгард. Давай двинемся. Попробуем пойти в атаку. Конечно, у меня нет осадных орудий, ни баллист, ничего такого. Но интересно же все равно. Давай. Опачки, открывай ворота. Я пришел забрать тебе задницу. Так, деревня Фангарн. Получается, да? А, давайте-то в этой серии мы с вами чисто так попробуем в Фангарн пробраться. И попробуем захватить это дело. Не знаю, получится, не получится. Штурм. Я не знаю, у нас Саруман может умереть в битве? Тоже довольно-таки интересно. Не знаю, не знаю, даже посмотрим. Насчет осаду, штурм. Так, давайте пробуем штурм. Что из этого получится? Вау! Галмант. Ой, Галмат. У нас тут чувак. Угу. Ну их, конечно, поменьше будет. Ваши войска атаковали мятежную армию. Ну что, попробуем, наверное? Давайте, подкрепления не будет. Угу. У нас тоже нет подкрепления, конечно же. Но мы, по сути-то, посильнее будем. Не знаю. Если у них, конечно, есть лучники, это на самом-то деле херовастенько для нас. У нас лучников не так уж и много. Конечно, есть застрельщики, но какие-то совсем, знаете ли, ни о чемные на самом деле. Посмотрела на них в предыдущей битве, какие-то вообще бомжи на самом деле. Вообще ни о чемные. Прям вот такие. Фуф, ну что, пробуем. Владыка Саруман, поехали. Что такое? Подожди, он что, убежал, что ли? Мужик. Мужик, ты чё? Так, подожди. Давай атакуй, ты чё, блин? Штурм. Ну вот, он вылез. А, я нажал избежать боя. Какого хрена? Поехали, конечно, пробуем. Посмотрим, что из этого получится. Орки часто преследуют своих врагов, а на смерть вождя. Гимли, сын Глоина. Угу. Фух, ну сейчас попробуем, посмотрим. Так, да в принципе да, в такую погоду нормально будет. Вау, Саруман. Красавчик Саруман. Давайте-ка для начала посмотрим на наши войска. Тихо, тихо, тихо. Тут у нас копейщики, да, имеются? Они вместе с Саруманом. Так, 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 так. Это что такое? Красноречие, Саруман недоступно. А почему? Почему недоступно? Объединение войск. Угу.
Так, знаете ли, было бы еще прикольно сделано, если бы можно было за Саурумана что-нибудь, какие-нибудь заклинания произносить. Было бы вообще круто. Но, судя по всему, здесь такого нету. Так. Охотники за головами. Опасные ребятки, судя по всему. Так, здесь у нас кто? Застрельщики. Так, давайте-ка. Вот сюда. Так, это у нас... Кто это? Дунланцы? Угу. Дунланцы, давайте в атаку пойдем первыми. Вот так вот. Вот так. Так, вы сюда, ребятки, застрельщики. Давайте вот сюда. Вот лучники, кстати. Лучники тоже нам понадобятся. И Сарумана я где-нибудь в середине, наверное, отправлю. Чтобы он у нас не загнулся. Так, и у нас тут деревушка, да, какая-то. Парам-пам-пам. Ну, там, судя по всему, у них враги находятся. Ну что, штурмуем тогда Фангарн. Поехали. Фу-фу-фу-фу-фу. Так, наши враги там находятся. Да, вижу, вижу, вижу. Вон они там бегают. Падлы. Так, давайте-ка сделаем вот так. У них там по-любому должны быть лучники, я уверен. Поэтому разбежимся немножечко. Вот так вот. Угу. Чтобы им было посложнее на нас, по нам попадать. Так, ну вы тоже давайте. Хотя вы давайте бегите так. В принципе, нормуль. Ну что, нападаем? Давай потихонечку. Выходим. Выходим, выходим. Ребятки, эта серия чисто у нас будет штурм Фангарна, поэтому она будет, я думаю, короткая сама по себе. Так, давай, давай, давай. Эпичненько, а? Эпичненько, как он с Саруманом там шурует, блин, ведет. Ведет армию. Красавец. Хорошо. Так, а вот, смотрите, как кое-что есть. Кое-что есть. Красноречие Сарумана пугает врагов, повышает вражескую усталость. Угу. Нужно будет использовать обязательно. Обязательно нужно использовать. Так, где они там у нас? Так, давайте-ка попробуем зайти, наверное, с разных сторон. В принципе, там, я думаю, лучники есть, но не пока начнем стрелять, это долго продлится, очень долго будет. Вы, ребятки, давайте обходим здесь тогда. Так, вы тоже давайте сгруппируйтесь. Тоже пойдем посюда. А вот эти ребятки двинутся здесь у нас. Так, в принципе, давайте тоже вместе секучкуемся. Нормально. Значит, у нас Сарма заходит здесь вот. А наши союзнички обойдут их немножечко. Давай ускоримся. Кроссиком. О, табун, табун начался. Давай, 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 давай. Слушайте, эпично, а? Так, ну что, готовы? Ублюдки, конечно, их там дохренища. На самом-то деле, охотники, кого только нету, блин. Так. Давай, обходим, обходим. Чувачки, вы где тут бежите? Заходим. Берем с двух флангов. Такая вот мини-тактика у меня. Так, 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 так. Там уже стреляют, да, судя по всему, лучники. Давай, залетаем, ребятки. Давай, 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 давай. Сейчас лучников немножко сюда поближе подведем. А огненные стрелы еще можно будет им добавить. Давай, давай, ребятки. И здесь заходим. О, там сколько лучников у них. Это хреново, конечно. Давай, заходим, ребятки. Все, понеслась. Лучники, настреливаем. Давай. Давай вот так вот. Давай, 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 давай. Так, понеслась, понеслась. Вот у нас Сарман стоит. Блин, это, наверное, херово я сделал, что они первыми идут. Что он первым идет в атаку. Так. Давай заходим, мужики, быстрее. Бежим, 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 бежим. Нужна помощь. Тяжелая пехота. Так, Саруман, давай. Красноречие. Где-то есть, я хочу посмотреть на тебя. Вон он, фигарится. Своим посохом, блин. Ну-ка.
И все, да, судя по всему. Окей. Так, давайте-ка отойдем немножечко. Что-то как-то неприятно. Я боюсь потерять Сарумана, думаю, его еще могут. Ему могут по щам дать, поэтому отойдем немножечко. Так, окей. Так, вы что у нас там, ребятки, стреляете, нет? Давай подойдем поближе. Давай, давай, бегите, 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 бегите быстрее. И давай стреляй отсюда. Если, конечно, застрельщики что-то могут. Что-то как-то... А, вон, начинает играть не копья. Все понятно. Так, ну вот эти, конечно, ребятки, красавцы. Смотрите-ка, просто шикарные чуваки, на самом деле. Давай, 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 понеслась. Хорошо стоят, нормально. Так. А вы что встали? Давай, заходи, мужики. Мы сейчас немножко отойдем с Саруманом. Лучники хорошо стреляют. Просто великолепно. Нормально. Так, давай, заходим, заходим, заходим быстрее, мужики. Давай, давай, думланцы. Пейщики. Так, и давайте здесь еще зайдем туда с Саруманом. Хорошо! Хорошо! Размотали его. Хорош. Хорош, хорош, хорош. Галмант погиб. Шикарно. Все пока просто превосходно. Какие крепкие, смотрите-ка, стоят. Просто валят всех. Хорош, хорош, хорош. Так, где-то у нас Саруман. Сбор. Что за сбор, мне пока непонятно, на самом деле. Ну, возможно, какие-то бонусы дает, я так понимаю. Так, давай быстрее, мужики. Давай, 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 давай. Неси их. Так, лучники. Лучники, лучники, знаете, что вам нужно сделать? Давайте поближе подойдем. Так, давай, 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 беги, 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 давай, давай, мужички. Мужички с ноготки, блин. Какие мужики? Это же какие-то орки, на самом деле. Снаги. На самом деле, они не очень, мне кажется. Так, давайте-ка, знаете, вот по ним стреляйте. А что, вы отходите близко, что ли? Ну, давай отсюда тогда. Почему бы и нет? Это? Вот, хорош, 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 хорош. Красавцы. Давайте немножко ускорим. Это дело. В принципе, мы их ломаем. Просто на изи. Лучники еще их обстреливают. Шикарно. Фига он там в одного фигарится со всеми. Герой, герой. Ой, хорош, смотри-ка, что творит. А что творит? Просто, блин, спину снял там. Своим копьем. Ой, чувак. По-моему, словил. С ноги еще немножечко. Хорошо. Хорошо, ломаем их просто. Да, ну это легкая битва. Это легкая битва. Так, где у нас Саруман? Саруман, ты где? Покажись. Так, я его пока не вижу. А, вон он стоит, весь окровавленный. Ты давай живи. Только не умирай. Давай, 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 давай. Живи, старый, живи. Ой, их осталось совсем немножко, смотрите-ка. Хорошо. Я думаю, я правильно сделал, что я обошел с двух сторон. Так мы их просто быстрее будем вырезать, на самом-то деле. Давай, давай, добиваем уже. Фух, шикардятина просто. Шикарно. Отступление. Какое отступление? Ты что, гонишь, что ли? Все, добили. Добили, хорошо.
Прямо в центре деревни, блин, замес. А чё такое-то время идет? Что за фигня? Непонятно. Я вроде как времени ставил. Должно быть без времени. Давай, вали его. Все? Победили? Хорош, хорош, хорош. Просто изи. Безоговорная... О, безоговорочная победа. Безоговорная. Хорошо. Просто поломали. Грондом называют таран в поймне молоте подземного мира. Хорошая была битва, на самом деле. Мне понравилось. Так, что... Да-да-да, ты у нас падаешь. Что у нас там дальше будет? Так, да, в этой серии я хотел бы захватить уже Фангорн. А, захватили? Все шикарно. Фангорн деревня. Варианты. Это поселение пало, победа за вами и судьба мирных жителей в ваших руках. Ограбить поселение, уничтожить жителей. Ага. Занять поселение, ограбить поселение. Давайте займем поселение, я думаю, пригодится нам это. Вот, хорошо. Фангорн наш, шикарно. Так, что у нас теперь тут? Не, давайте-ка все-таки продолжу. Я хотел только в этой серии в Фангорне побыть. Ну, захватить его хотел. В принципе, я его захватил, но я хочу посмотреть, что вот у нас будет тут, в Изенгарде. Что-то как-то все очень плачевно, на самом деле. Так, где у нас? Подожди. А, мы с вами здесь сидим, да, значит, в Фангорне. Хорошо, хорошо. Так, что-то можно построить? Охотничья хибара, дозорный пост. Улучшение общественного порядка, справедливость 5, численность войск 1. Здесь обучаются застрельщики на... Вот, давай, построим тогда. В принципе, деньги у меня имеются, вообще 8 тысяч есть. Хорошо. Так, тут у нас идет Рохан, блин, неприятно на самом деле. Неприятное дело. Тут мы по-прежнему стоим на месте. В принципе, спешить нам некуда. Так, а Червиус у нас продолжает свое движение. Нам нужно договориться, опять же. Мы с вами по-прежнему пытаемся добраться до Мглистых гор, чтобы договориться с гоблинами о союзе и торговле, и, в общем-то, что-то типа того. Так, тут мы возвращаемся. Давайте... Так, что такое? Задание выполнено. Кстати, да. Это же было задание. Вы захватили мятежное поселение. Примите поздравления от совета. Ага, награда. Да. Вы получили 1500 золотых. Хорошо. Шикарно просто. Мятеж в стане врага. Владыка Саруман. Уцелевшие в последней битве воины противника бежали, предпочитая бегство верной смерти. Тем более они нас не потревожат. Хорошо. Нужно сохраниться. Давайте сохранимся. И продолжим движение. Пойдем в Изенгард, Углук. Я надеюсь, что мы отобьемся. Тут у нас еще есть застрельщики и снаголучники. Конец хода. Сукин сын, а? Идет, смотрите-ка, идет. Походу я не успел, да? Интересно. Новое задание. Отправить посла. Осталось 5 дней. Проситель, совет дворян. Описание. Эти иноземцы живут у самых наших границ. А мы ничего о них не знаем. Совет просит отправить к ним посла и установить дипломатическое отношение. Цель. Орки Мглистых гор. Награда. В награду вы получите 500 золотых. Кстати, я туда и направляюсь. Я туда и уже в пути, на самом-то деле. Червилст у меня уже идет. На самом-то деле... Все хорошо. А, доклад о найме. Так. Ладненько. Ясненько. Это что такое? Завершение строительства. Бырик грунтовой дороги.
там какой-то стишок идет. Ладненько. Так, это что такое? А, это у нас итоги. Угу. Сукин сын, а? Чё творит? Вот, я успею? Нет, интересно. Вау, смотрите-ка, успел. Чё-то тебе маловато, мужик. Ты чё, чё-то попутал, что ли? Идёшь на Изенгард, блин, с таким войском. Не знаю, может, у него, конечно, элитные войска. Я этого не знаю еще. Комендант Туглук у нас на месте. И командир Ягас. Подкрепление. Погнали. Чего ты стоишь? Из тех, кто слуг... Ой, и слуг, что имени... Ой, что... Что с моим языком? Дух, которого Эльдары звали Сауроном. Или Гартауром Жестоким. Угу. Так, ожидание. Немножечко другую погоду. Ой, и блин. Ну, давай вот такую. Еще снежок пошел небольшой. Так, ну что? Ну что? Ярость уроков. Угу. Что у нас тут есть, смотрите. У Глука. Интересно. Так, вот эта армия мне уже, конечно, нравится. Красавцы. Так, давай сюда. Кто у нас тут имеется, на самом деле? У нас нету лучников, не арбалетчиков. Это хреново. Мы можем только ближним боем. На самом-то деле фигарится. Так, нет. Пока идем вот так вот толпой. А вот вы давайте... Вот так вот побежим. Фух. Ну, их, мне кажется, больше будет, да, в самом начале? Что-то как-то... Не обратил внимания. У нас подмога будет в дальнейшем. Так, ну чё, погнали. Вау, прям в упор, смотрите-ка, тычку на тычку. Идем, нам нужно как можно быстрее подойти к ним поближе. Давай, давай, ребятки, на скорости. Бежим, бежим, бежим. Как эпично, да? Очень эпично на самом деле. Давай, давай, ребятки. Красота. Красота. Бежим. Сейчас просто толпой ворвемся в них. Так, у вас есть лучники? Так. Угу. Рохан с топорами, да, с копейщиком? Ой-ой-ой-ой. Как же Рохан без конницы, конечно, конечно. Но их не так уж и много на самом-то деле. Так, давай, давай, давай. Стычка, стычка, стычка. В атаку. Погнали. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Понеслась, ребятки, понеслась. Ярость уроков. Повышение боевых качеств, уменьшение усталости останавливает бегущих. Давай. Сражайтесь, уроки. Давай, давай, давай. Так, что у них конница стоит? Разведчики. Ой-ой-ой-ой-ой, красота, красота. Мне кажется, их мы их ломаем просто-напросто. Мы сильнее, на самом-то деле. А чё это вы разбегаетесь-то, мужики? Так, давайте-ка я, наверное, один отряд отправлю вот сюда. Давай. Там у нас ещё конница стоит, попробуем их размотать. Так, давай кучкуемся. Конница пошла. Так, тихо-тихо-тихо, походу я это зря сделал. Ай-яй-яй. Яй-яй-яй-яй. Неприятно. Так. Тихо, нужно отойти все-таки. Я не хочу, чтобы у меня у лука там замочили. Он мне еще понадобится на самом-то деле. Так, где он вообще есть? Русская озвучка присутствует на самом деле. Это приятно. Смотрите, они отступают. Что, они обоссались, что ли? А, они сейчас ждут, смотрите-ка, пока мы разберемся с их топорщиками. А, бегут в панике. Сломлены. Ха-ха-ха, шикарно. Ну, ребятки, вы на кого вообще нападаете-то, а? Я не понимаю, честно говоря. Ну, сейчас у них еще, конечно, конница есть. Попробуем противостоять им, давайте. Давай, давай, ребятки, вали их. Конечно, не хватает здесь еще... копейщиков. Ну, я думаю, мы их сломаем.
Без проблем. Давай, 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 давай. Ярость, давай, ярость. Держимся. Так, когда у нас придет подмога на самом-то деле? Подкрепление, командир и газ. А, подоспела подмога. Пусть своевременная поддержка укрепит и боевой дух воинов, и наши фланги. Так, где подмога? Так, как подмогу-то вызвать? Я пока не понимаю, на самом деле, как ее можем вызвать. Но пока вроде как мы справляемся. Нормально, держимся. А, вот они. Так, а где вы? А-а-а, вот вы где, да? Нифига себе. Вышли, блин, давай. Быстрее, бежим. Нужна помощь. Ну, мы вроде как справляемся с вами, но все равно помощь понадобится. Обойдем их с фланга, прям сзади. Так, пока ребятки там бегут, мы с вами продолжаем тут биться, на самом деле. Смотрим, что происходит. Что происходит? Просто жесть. Держимся. Да. Это жесть. Давай, давай, мужики. Вали его. Дай ему по щам. Ну чё ты падаешь-то, а? О, вот это хреново. Вот это хреново. Блин, а? Ой, ну какого хрена ты упал? Печально, конечно, печально. Что-то, смотрите, они нас, кстати говоря... Твою мать, они что-то загоняют. Это хреново. Ну, там подмога идет. Мы, конечно, не справимся, но, блин, потери какие-то. Мне не нравится это. Блин, их не конница. Мне бы, конечно, варгов, было бы шикарно. Твою мать, а? Так, где вы там, ребятки, бежите? Давай, давай, давай. Это кто у нас? Застрельщики. Тут у нас прям такая метель началась. Да, пока не добегут. Что-то бы конницу, конечно. Было бы просто шикарно. Ой-ой-ой. Блин, смотрите, у них конница просто решает. Просто ломает моих ребят. Офигеть. Ну чё, ребятки, ну чё? Так, лучники. Стрельщики, давайте. И лучники, конечно же, тоже нужны. Давай, давай. Стреляю уже в это говно. Так, с этого расстояния получится, да? Прострелить. Да, хорошо. Победа. Фу-фу-фу-фу. Так, если продолжить. Чё, они разбегаются? Бегут в панике. Да, разбежались. Все, сломали их. Хорошо, шикарно. Ой-ой-ой-ой, просто под обстрелом. Просто под обстрелом. Лучники добьют, интересно, нет? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как им пролетает, а? Прям по щам. Жестко, жестко. Ага, угу, мы решил сбежать. А вот херушки тебе, паскуда. Не тут-то было, ублюдок. Давай, последних добьем уже. Офигенчик. Командир Херувины пытался сбежать, но не сумел. Красавцы, красавцы, просто поломали их. Поломали. Так. Возвращение в игру. Все, шикарно. Фуф. Это было круто на самом деле. Урухаев просто, блин, шикарно. Офигеть. Упал. Прости меня, но... Таковы дела. Командир Газрат. 20 лет. А, особенности. Многообещающий командир, решительный и верный. Это слуга Саурона. А, проявивший себя в битве, может стать достойным командиром. Оспорите ли вы его решение, Черного Властелина? Нет, конечно, пускай будет у нас постоянство. У нас командиров не так уж и много, поэтому берем, конечно. Берем.
этого чувака. Газрат, член семьи. Хорошо. Что у нас тут? Тут у нас ребятки стоят по-прежнему. А Черриуст у нас продолжает двигаться. Потихонечку. Потихонечку идет. Это хорошо. Фуф, ну что, ребятки. Вот такая у нас выдалась серия. Довольно-таки неплохо. Прям шикарно, я даже сказал. Посражались с вами. Ну, для начала, да? Как новичку, мне кажется, просто я сыграл нормально. Нормально сыграл и, в общем-то, все хорошо. Продолжаем с вами развиваться. Я по-прежнему жду ваших комментариев под видео. Предлагайте, помогайте мне, пишите. Все обязательно прочитаю. Игра, на самом-то деле, очень интересная. Я не знаю, как я раньше не знал про нее. Ну, я, конечно, очень рад, что познакомился с ней. Мне она очень нравится, поэтому вот такие дела, ребятки. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был Игорёха. Уже с вами увидимся в следующей серии. Увидимся, услышимся. Пишите ваши комментарии. Всем спасибо. Всем пока.